В московском бассейне ЦСКА проходила международная встреча пловцов 8 стран. После Олимпиады в Токио это крупнейшее международное соревнование. 13-летняя Ева Витке из ГДР, ее соотечественница Дербер Гриммер, олимпийская чемпионка Галина Прозуменщикова. Все они участвуют в заплыве на дистанцию 200 метров брассом. По третьей дорожке плывет Галя Прозуменщикова, Гриммер по второй. Пройден первый поворот. Соперницы не уступают друг другу. Волнуется тренер, почему Галя не выходит вперед. Уже половина дистанции позади. Смотрите, Прозуменщикова постепенно отрывается от соперниц. Сохраняя высокую скорость, она финиширует первой. Георгий Прокопенко, рекордсмен Европы. Владимир Кравченко, обладатель юношеского рекорда страны. Они стали основными соперниками в мужском заплыве на дистанции 200 метров брассом. Лидирует Прокопенко. Он опытный пловец. Многие ожидали и на этот раз увидеть Прокопенко первым. Однако юный спортсмен Кравченко на последнем повороте неожиданно обходит рекордсмена Европы. Владимир Кравченко показывает отличные волевые качества и добивается победы. Сейчас идет заплыв женщины. Дистанция 100 метров на спине. Впереди 17-летняя рекордсменка Европы, олимпийский призер Кристина Корон, Франция. На родине ее зовут просто Кики. Соперницы не в силах выдержать ее темп. Бесспорная победа Кристины Корон.